заниматься всю жизнь одной и той же музыкой, это прекрасно, и будут ходить на твой концерт только старики. Это факт. Вечная музыка — это Чайковский. Рэп, в частности. И тот, кто с этим не согласен, тот Раймонд Паулс. Всем привет, я Толянов с группы «Бригадный подряд». Это музыка на все времена, которая живет специально для вас.